За что задержаны были сотрудниками полиции? Ну, говорят, подняли так эти деньги. Ну что делали с поддельными деньгами? Ну, пока хранились у меня они. Сам здесь отдал, вот, выдал 10 тысяч, да? 10 тысяч. Пятерка одна натуральная, а 10 тысяч выдал с машины. Сегодня здесь. Где взяли эти купюры? Ну, передали люди. Для какой цели? Ну, посмотреть качество и в дальнейшем как-то настроить с ними отношения. За что задержаны сотрудниками? За фальшивые деньги. Ну, что делали? Производили, сбывали? Не производил, не... я их, ну, получается, сбывал. Сбывал, получается. Понятно. А откуда они у вас? На реализацию мне оставили эти деньги. Привезли 30 мне на реализацию. Все купюры реализовали? Практически. Осталось. Что задержано были сотрудниками полиции? Миша, Петя, покажи. За купюры. Фальшивые купюры. Что делали? В магазин давали их. Сколько купюр сбыли? 3 штучки. Это настоящий. Это настоящий. Это подделки. Это верхний оригинал, да? Угу. Это фальшивый. Водяные знаки имитированы, видишь?